15 лет исполнилось в нынешнем году со дня образования Федеральной службы Росреестра. Торжественные мероприятия прошли по всей стране. Тверь не исключение. У нас сотрудники регионального управления принимали поздравления в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Холл и вестибюль мультимедийного парка в этот день напоминали музей. Сотрудники и гости торжественного мероприятия разглядывали пожелтевшие документы, рассматривали и ощупывали теодолиты, а также прочие устройства и инструменты, которыми измеряли и измеряют земельные участки. Так что всякому было ясно, что здесь свой праздник отмечают сотрудники Росреестра, которому исполнилось полтора десятка лет. За 15 лет мы можем сказать, что сроки государственного кадастрового учета и регистрации прав за эти годы уменьшились в 30 раз. Сегодня кадастровый учет и регистрация прав, единая процедура, не превышает 2 рабочих дней. А это значит быстрота оборота недвижимости, улучшение инвестиционного климата в нашем регионе. Наряду со скоростью предоставления услуг росло и качество их оказания. Например, за последние 3 года число приостановлений учетно-регистрационных действий снизилось более чем на треть. По итогам 9 месяцев текущего года их доля составила менее 2%. За эти и другие успехи многие сотрудники в этот день были поощрены. Дарью Смирнову наградили благодарностью губернатора. В Росреестр я пришла работать в 2017-м, потому что хотела регистрировать недвижимость и ставить на кадастровый учет объекты недвижимости. А за что вы любите свою работу? Чем она вам интересна? Возникновение права собственности, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, сделки. Все-таки это, я считаю, достаточно серьезная сфера деятельности. В данный момент управление Росреестра совместно с правительством проводит работу по выявлению и возвращению земельных участков в оборот для жилищного строительства. В настоящее время это уже более 1100 гектаров.